О чем задумаем, тот час спешим добавить каждый раз, конечно, если будем живы. Евгений Зубов – автор этих строк и сейчас остается живым, но уже в памяти своих родных и близких, а также многочисленных друзей и коллег, которые чтут светлое имя поэта и каждый год приходят на его могилу, поклониться, положить свежий букет цветов и, конечно, прочитать его стихи. 20 лет назад ушел из жизни Евгений Зубов, житель села Мисайлово, до последних дней своей жизни прославлявший в стихах свою малую родину. Здесь, на местном кладбище, собрались те, кто знал его лично, а также те, кто только слышал о Евгении Зубове и знаком с его творчеством. Среди таковых – глава Ленинского района Олег Хромов. Евгений Зубов покоится среди своих родных. К юбилейной дате со дня смерти здесь был установлен памятник. День памяти продолжился во дворе дома, где жил поэт. На встречу приехала двоюродная сестра Евгения, Екатерина. Она помнит, как впервые увидела маленького Женю в страшном, голодном 42-м году. Он родился в марте, а к нам пришли они на праздник Преображения 19 августа. И вот это привезли кричащего галчоночку, он голодный был. А моя бабушка такая сердобольная, она моей маме кричит: «Скорей, Дуня, вари каши». Кашку из муки сварили ему, начали его кормить. Тяжелые годы сказались на формировании мальчика, и уже после окончания молоковской школы Евгений почувствовал недомогание. Возможно, поэтому последние годы он провел в инвалидном кресле. Но проблемы со здоровьем не сломали поэта. Он работал много и вошел в ряды писателей с большим именем. Я выступил с инициативой присвоить поэту Евгению Зубову звание заслуженного поэта Подмосковья посмертно. Его честь. Посажено дерево в роще поэта в Подмосковье. В этой роще посажены деревья в честь классиков Пушкина, Лермонтова, Паустовского, Твардовского и других. И вот среди них находится дерево Евгения Зубова. Книга Евгения Зубова «Мисайлово. Времена года» переиздавалась 4 раза. Учреждена литературная премия его имени. В честь его названа улица в этой деревне. И теперь новое предложение от коллег – открытие сквера имени поэта. Олег Хромов, поддерживая эту идею и сказав добрые слова Евгении Зубове, также отметил, что сегодня для него необычный день. Сегодня даже не ожидал, когда смотрел перед этим сценарий, по-чиновничьи смотрел, и мне казалось, ну, наверное, очередной митинг. А я, когда подъехал к дому, вот сегодня после кладбища, когда вернулся, увидел дом, увидел наших жителей, увидел друзей, близких Евгения Петровича Зубова и понял о том, что все будет совершенно по-другому. И это действительно был не митинг в честь поэта, а встреча памяти. Друзья и коллеги в этот день читали стихи и говорили добрые слова Евгении Зубове. Жив человек, пока жива память о нем. Екатерина Чернышова и Адамия, Видное ТВ.